Итак, смотрите. Вот улей, подушка. Вскрываем. Видите, передняя стенка. Вот эта вот. Передняя стенка. Поэтому, судя по этому, по расположению, что пчелы сидят под передней стенкой, можно говорить о том, что их кормить еще рано. Запасы есть. Данную семью я не сокращал. Только убрал одну рамку, поставил заставные. Но перед этим, перед тем, как их отправлять в зиму, обработал как бипином. Как видите, еще пластинки у меня остались. Потому что по некоторым книгам пластины оставлять, не оставлять. Я решил не убирать их, тогда и оставил. Вот так вот выглядит клуб. Они греют друг дружку. Это на вопрос, когда говорят, когда пчелы в клубе. Они занимают, вот смотрите, одну улочку. Вот одна, вторая, третья, четвертая, пятая. И вот тут чуть-чуть шестая. Вот клуб занимает 6 улочек. Вот так вот у нас и происходит зимовка.